Портал контактного центра здравоохранения Севастополя «Доктор 92» закрывается. Решение о его постепенном выводе из эксплуатации приняли в прошлом году, однако горожанам об этом не сообщили. Как рассказала директор Департамента цифрового развития правительства Севастополя Александра Осипова, записываться на прием к врачу теперь нужно только через портал государственных услуг. Согласно поручениям Минздрава федерального, мы должны всю первичную запись переводить на сайт госуслуги, на федеральный ресурс, но так как это и безопасность, и единая точка входа, чтобы не путались ни наши граждане, ни, соответственно, медицинские организации, которые вынуждены поддерживать несколько справочников по доступности времени врачей. Михаил Развожаев поручил чиновникам оповестить жителей Севастополя об отключении портала «Доктор 92» и разъяснить, как теперь можно записаться к врачу или на вакцинацию через сайт госуслуг. Вы там проводите вывод из эксплуатации. Никто про это не знает в городе. Люди пытаются там как-то работать в этой системе, она не работает, это создает дополнительное напряжение, никому не нужное. Вообще отключите этот сервис, объясните, что он все. Теперь он дублируется через портал госуслуг. Ну и, соответственно, посмотрите, если там какие-то опции были очень удобны для людей, почему к ней обращаются, значит, надо как-то, тоже посмотреть, как это компенсировать, каким образом.